Приветики, привет, улички. В общем, рассказываю про то, как у меня ничего не получилось. Ну как ничего? В общем, ничего не получилось. Ничего не получилось, представляете? А что именно? А именно вот я ежедневник перестал вести, план в ежедневник писать, перестал планировать день, что мне надо сделать, там, куда пойти, что принести и в таком духе. Перестал это делать, и все, покатилось все как с горочки. Полетело, пошла по кочкам. Все как из рук сыпется, ничего не успеваю, что мне надо делать, не помню, короче. И все, и ничего не успел, ничего не сделал, вот такое вот уже несколько дней длится. Началось все с выходных. Типа, выходной, и что? И типа ничего не можно не планировать, потому что там особо ничего я себе и не загадывал. И типа, и ладно. И все. И все пропало. Сошло с рельс. Вот. И сегодня вообще такой случай приключился. Завел себе будильник. Звенит будильник, проспаюсь. Такой, думаю, я еще 10 минут посплю. Такое редко бывает, нельзя такое делать. И разрешил себе. Вот это внутренний, который сидит вот это там, подговаривает на все. Послушался я его, представляете? Нельзя так делать. Поспал 10 минут, проснулся. Ну вот с того все и началось. Проснулся там, этот, заселфился со стаканом воды со временем. Вот. И со спокойным, что-то там поделал там, даже чуть поарбитражил там что-то с утра. И такой, и обратно спать лег. Представляете, как такое? Нельзя такое делать. Такие слабости начались. Потому что ежедневник не пишу. А так посмотрел ежедневник, да у меня тут еще полно дел. Куда спать? Какой спать? Быстрее давай заниматься, чем надо. Вот. Не расслабляться. Пишешь ежедневник, пиши ежедневник. Планируешь день, планируй день. Вот видите, тебе нельзя расслабляться, серьезно. Поэтому вот так. Ну, будем исправляться, и жизнь идет дальше. Становимся обратно на рельсы, на те, на которые, по которым ехали. И вперед по рельсам. Чух-чух-чух. Так, а тебе тоже задание. Лайк поставить. Бум, и все, и готово. Сегодня можно даже без комментариев. Я разленился, и тебе можно полентяйничать. Просто лайк поставь. До новых встреч. Увидимся уже завтра.